Значит, iPhone XS Max, Space Gray. Имей у нас последняя цифра 23276. Телефон, которого внутри находится AirSIM-ка. Выключаем устройство. Сейчас мы откручиваем два винта, которые держат дисплейный модуль. Мы предварительно уже дисплей разогрели для того, чтобы его легенько, аккуратненько вскрыть. Есть приспособление вот такое вот вакуумное. Он присасывается. И над столом оно по чуть-чуть поднимается. Чуть-чуть сюда над столом, чтобы даже он не упадет. Такими вот легенькими движениями. Снимаем. Так, там же шлейфов. Аккуратно, я все время про них забываю, про эти шлейфа. Так, сейчас мы возьмем его при... О, вот она как впаянная. Очень прекрасным образом она впаяна. Вот мы видим вот такими вот обмотками. Оно виточками идет. Вот если вы видите, чип приклеен к аккумулятору. Это аккумулятор, это чипник. И вот такими вот витушками он идет к контактам. Чтобы его выпаять, это очень сложная и кропотливая работа. Это нужно постараться. Все.